И всем здравствуйте! Сегодня у нас в городском парке проходит чемпионат вот этих вот шариков, железных шариков. Все тропинки, все дорожки заняты вот этими товарищами, которые играют в эту игру. Пришла она сюда из Франции и вот до сих пор держится. А вот тут у нас за деревьями стоит пагода. Стой. Вот такое вот строение. И вот зверюка бешеная. Так, молодняк оградили. Такая красивая пагода у нас тут стоит. Дождик прошел. Сейчас в парке немножко мокровато, но чувствуется свежий воздух. Хорошо. Мы гуляем с собакой в городском парке. Конечно, мы... Да, вот она идет. Мы, конечно, не ожидали того, что сегодня здесь будут проходить соревнования вот этих вот шарикоподшипников. Как их там называют, я не знаю. Не вдавался в подробности. Но просто погулять, подышать свежим воздухом, набраться классного настроения на весь день. Почему бы нет? Да, бабань? Бабася! Бабася! Скажи всем привет, бабася! Бабань! Ну-ка, покажись сюда. Покажи свой пятак, Бася. Бася, свой пятак покажи. Что ты там нашла? Ёжики там бегали. Басечка. Баська. Покажи свой пятак. Басендра. Ладно, пошли смотреть уточек. Впереди виднеется розовая, это магнолия. Сейчас мы к ней подойдем поближе. Пока мы идем к дереву, вот шарики кидают. Классно. Ну-ка давай посмотрим. Ну-ка давай посмотрим. О, сбил. Молодец. Все дорожки заняты вот этими мужиками. Ну а вот магнолия.
очень мягкие бархатные цветы. И, конечно, большие. Вот это вот, меня спрашивали, я отвечаю, ребята, вот это вот здание Русской Православной Церкви. Когда-то здесь была обычная часовня, но в 1946 году, в прошлом веке, после войны, люди, которых освободили из лагерей, из концлагерей, бывшие советские граждане, которые остались здесь, потому что они прекрасно понимали, что, вернувшись в Советский Союз, их посадят как минимум на 25 лет в лагеря для того, чтобы разобраться с ними. И если уж они не враги народа, то почему они не застрелились и не покончили жизнь самоубийством, когда их брали немцы в плен, и что они делали здесь в Германии. Поэтому очень многие люди здесь остались и попросили городские власти о том, чтобы часовню передали под патриархат Русской Православной Церкви за рубежом. И в конце 50-х годов прошлого века вот эта вот часовня была передана Русской Православной Церкви. И вот здесь проходят службы по воскресеньям, по пятницам, по вторникам, в зависимости от календаря богослужений. И я вам скажу, что в эту церковь ходит достаточно много народу. Достаточно много народу. На каждой службе, даже когда был коронавирус, ну, тогда люди, конечно, сидели дома, а на каждой службе, даже когда вот были эти карантины или послабления между карантинами, было достаточно людей на службах. Собачники тренируют своих зверей четвероногих. Вот это дерево, несмотря на то, что несколько лет назад какие-то, не знаю, вандалы пытались его поджечь, оно выстояло и растет дальше. Природа все-таки берет свое, несмотря на вот это вот глупое отношение людей к самой природе.